JTV представляет HTC One X. Разбор. HTC One X – первый смартфон HTC на четырехъядерном процессоре. Начинаем разбор. Отщелкиваем заднюю белую панель по периметру аппарата. Извлекаем передний модуль телефона. В задней крышке находится полифонический динамик, GSM-антенна, антенна NFC, антенны Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Отлепляем часть медной пленки. Отщелкиваем шлейф боковых кнопок и микрофона. Отщелкиваем коаксиальный кабель и отводим его в сторону. Отсоединяем шлейф контактов док-станции. Отщелкиваем разъем дисплея. Откручиваем винты, фиксирующие системную плату. Отщелкиваем нижний шлейф от платы. Разворачиваем системную плату вместе с аккумуляторной батареей. Снимаем боковой шлейф. Отсоединяем аккумуляторную батарею. Отщелкиваем разъем основной камеры и фронтальной. Отсоединяем камеры. Отсоединяем верхний шлейф с кнопкой включения и датчиками. На системной плате находятся процессор, радиоблок, блок питания, системный разъем, разъем аккумуляторной батареи, разъем основной камеры, разъем фронтальной камеры. На обратной стороне системной платы находятся радиоблок, пользовательская флеш, считыватель сим-карты, разъем гарнитуры. Откручиваем винт, фиксирующий плату с контактами док-станции. Снимаем плату. Дисплейный модуль неразборный. Аппарат разобран.